Сегодня свой рабочий день глава города начала на избирательном участке. Елена Лапушкина пришла одной из первых и приняла участие в торжественном открытии, прослушав гимн страны. После чего получила бюллетень и проголосовала. Глава Самары призывает и всех жителей старше 18 исполнить свой гражданский долг. Мы с вами каждый день делаем выбор. И от каждого нашего выбора зависит история. История нашей жизни, история нашей семьи, история нашей страны. Вы должны определить, каким путем пойдет наша страна, какой она будет. И как мы вместе с вами будем в дальнейшем развиваться? Призываю каждого из вас прийти на избирательные участки, отдать свой голос. Мы вас ждем. Тут же на участке глава Самары проголосовала и за общественные пространства, которые будут благоустраивать в 2025 году. На выбор представлены 20 территорий. Проголосовать можно у стола волонтеров в спецодежде с символикой национального проекта «Жилье и городская среда». Этот же путь повторяют и другие избиратели. Семья Жаровых тоже решила прийти на участок в первый день до работы, не откладывая свое решение в долгий ящик. Владимир и Татьяна уверены, что каждый голос важен, поэтому всегда приходят на выборы и всегда призывают прийти своих близких и друзей. Поддержать страну, наверное, в данный момент. Ну, так, тяжелое время. Все наши знакомые, я думаю, что они обязательно сегодня придут. И родители, и дети. Также на участке можно принять участие и в викторине. Если ответить на вопросы о Самарском крае, то можно получить шанс выиграть ценные призы. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События.